Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как всегда, десяточка. Качаемся, и мы получили уже, наконец-то, следующего донатного героя. Ну, вы поняли, кто это. Это будет для многих не секрет. Это Минотавр. Надо инстаграм-канал создать себе. В общем, дошли мы до Минотавра. Как мы дошли, я дофига забираю разных плюх. Я не записываю там видосы каждый день, как было на предыдущей десяточке, потому что, ну, это одно и то же, скажем так. Зато у нас здесь куча плюх, куча героев. Эта десяточка собралась намного быстрее, но это еще не конец. Будет очень много контента. Забрал сегодня я вот такие вот плюхи. Дофига плюх, забрали скины, сейчас покачаемся. Там писали в комментах, что нереально прокачать. У меня цель прокачать 500к за день. То есть плюс 500 тысяч сделать на аккаунте за один день. И это вполне, я думаю, реально. Надо только плюхи подкопить. Так, пособирали мы это все. Ну, дофига акций на английском сервере. Так, забираем плюшки. Вот на английском сервере есть за накопление новая акция, которую они сделали. То есть это дополнительные бонусы. По сути, берете большой пак. Вот вам, ну там даже меньше, средний пак берете и получаете еще дополнительно вот такие вот плюхи. Плюхи обалденные. Так. Такс. Окей. Еще все не могу забрать, видите? Надо расширять. Скоро будет как на основе. Что-то не догоняет меня по силе. Такс. Поехали. Пооткрываем плюшки. Минотавр у нас уже, видите, огника Минотавра. Ну, бешеные скидки на английском сервере. Куча всего. То есть по плюхам, по прокачкам ни один сервер не сравняется. Даже тот же самый, там пишут, АЭС, на АЭСе в два раза дороже те же самые плюхи. То есть те же самые акции один в один. Да, там в некоторых акциях бывают дают больше плюх, но это по сути не равняется тому количеству затраченных денег, которые здесь на эти же. Так, окей. Поехали. Бум-бум. Не падает. Ну, это, в принципе, нам мы и так всегда качаем потом. Такс. Тут мы сейчас получим на смотрителей. Скоро мы будем их качать. То есть будет, я не знаю, сколько там буду качать. Но, по сути, целый день придется потерять на прокачку аккаунта. На прокачку героев. Ну, думаю, 500к реально сделать. Это, по сути, такой же аккаунт, как у меня на русском сервере. Это надо всех подкачать, перекачать. Так, давайте эмблемки. Так, ремочка есть, воодушка есть, воодушка. Еще одна ремочка, еще две воодушки. Ну, ремки, как видите, не особо сильно падают, но все же есть. Надо будет заняться прокачкой питомцев. Так, это мы с Валенов позабирали. Тут у нас, по-моему, скины, отлично. Скины на здание. Сейчас докачаем. Так, все, отлично. Поехали качать скины. И надо будет сейчас заняться подземками. Как видите, золото и ману я уже подогнал. Теперь у нас осталось докачать. Так, 20 тысяч силы у нас уже есть.
Минотаврика сейчас будем качать. Теперь у нас осталось пройти 550 огоньков. Так, наш Минотаврик. Так, ну мы его апать так особо не будем. Ну, придется его, конечно, апнуть, немножко поднять силу. От этого никуда не денешься. Как видите, куча скинов. Наконец-то скин на огника получили. Также его можно получить без доната, сейчас покажу. Ну, в общем, здесь на английском сервере реально по прокачке ни один сервер пока не равняется. Ну, то есть еще AS то же самое, так быстро можно. Ну, на других серверах европейских тоже можно, в принципе, там акции одинаковые, но здесь мне что-то больше нравится всего трэш. Ну, здесь народа побольше будет. Так, окей. Кстати, мы разобрались. Коллекционер, вот Discount Store. Вот у нас есть итемы. Мы сейчас позабираем некоторые плюхи. Вот, можно забрать. Делаем смену. Ну, коробки здесь нам не нужны. У нас коробок и так уже под 1000. Забираем камешки. Как видите, камешков тоже дофигища у нас. Но это все равно мало. Так, ну что, вы покажете нам скин наовника или нет? Не, не показали. В общем, здесь скин наовника за 5000 сам, это без скидок. То есть без донаты могут сразу себе забрать. И будет счастье. Так, надо пооткрывать нам ресурсики и поехали. Что у нас по героям? По героям у нас уже 84-88. У нас нету бездонатного Дрейка, дракона Арктики. То есть вот так вот еще этих героев до сих пор мы не получили. Сейчас пробежимся по акциям. Может, хоть откуда-то мы сможем вытащить их. Потому что, ну, они в основном падают здесь с акции, то есть их очень редко продают. Точно так же, как и Вольта. Ну, давайте забрать. Мы подвисли. Ну, плюх, как видите, дофигище для прокачки аккаунта. Просто чудесно. Так, понятно. Давайте попробуем тут. Может, вытащим. Может, повезет. Не только Минотавра заберем. Подвисает. Не фурычит толком, надо будет поставить нормальный нокс. Да давай открывайся. Жесть какая-то. То есть, по сути, если так посмотреть, мы за там сколько, недельку-две собрали фактически фуловый аккаунт. Понятно, мы там не прокачаем сразу все
на максимум, то есть 30-е прорывы, там надо длительное для этого время, надо куча книг. Ну, 20-е прорывы реально в течение недели прокачать. То есть это не есть проблема. 30-е там в течение месяца. Ну, сейчас с каждым днем все больше и больше плюх дают. То есть это не есть проблема там попрокачивать. Самое главное забирать сундуки с рынка. У них самые ценные. Блин, ну дадите вы или нет нам этого дракона хоть одного, или Арктику, или... Мучают, короче, нас. Я помню, мы как-то отсюда были, вытащили огника. Так. Ну, бесит. Раньше все было нормально, можно было быстро забирать. Блин, дракон, Арктика и какой-то Дрейк. Я вчера наролил кучу Дрейков, наролил, блин, сейчас не могу себе вытащить. Ну, неохота сливать, как бы, ради недостающего Дрейка слить кучу самов. Бессмысленно, как по мне. Не, видите, не получили мы нифига. Так, план for prizes там точно не упадет. Проспекторе. Ну, проспекторе может упасть еще. Карточки. Давайте еще туда забежим, посмотрим. Может, тут нам что-то даст. Ну, вряд ли, я думаю. Хотя шансы есть, конечно. Боже, как оно висит. Шпрайер, походу, тормозит. Либо версия андроида. Unreal просто. Так, вот здесь вот реально получить нам Арктику. Вот Таники я не вижу. Блять. Это издевательство какое-то. Хрен нормально в акции побегаешь. Знаю, кого мы там получили. Надеюсь, кого-то получили. Ой. Сейчас быстренько так заберем, попробуем. Так, нафиг. Давай, выходи отсюда, блин, запарили. Короче, надеемся, что нам сейчас что-то упадет. Чик. Короче, ладно. Поехали, попробуем, испытаем удачу. Давайте, у нас есть поле сегодня. Может, нам хоть что-то выпадет. Может, Драйк упадет. Если повезет. Паладин. Ха, есть, ребята. Сразу же троечка. Это просто обалдеть. Сразу же недостающий герой. Короче, пишите комменты, ставьте лайки. Это эпический роллинг. Я так и знал, что мы его получим. Сразу же три. Даже не надо дальше ролить. В общем, еще один недостающий. У нас остались только донатные герои. То есть нам их только не хватает, чтобы у нас был фуловый ак. Жесть.
Это, конечно, жесть. Такс. Давайте начнем с Минотавра. Ну, сюда можно как бы и пакт, можно и что-то повеселей. Просвет. Просвет нам точно не нужен. Вот бег самое то. Сделаем эпического. Так, где у нас Дрейк? Это ему поставим. Давайте увеличим ему скилл сразу же. Короче, у нас остались только драконы. Арктика этот. Никогда не думал, что они будут самые последние у нас выбиваться. Ну, и разруха. Ну, до разрухи еще очень далеко. Ну и скины, конечно, надо. Скинов нету. Ну, будем дальше двигаться постепенно. И думаю, мы их тоже получим. Все, пишите комменты, ждите уже видосиков. Думаю, подземки я вам записывать не буду. Как я их прохожу, в принципе. А может, и запишу, как с Минотавром пройти 550 огней. Все, всем удачи, всем пока.